не кормите перелетных птиц. Такой призыв к горожанам на днях опубликовал городской комитет по природопользованию. Чиновники запрет на кормление перелетных птиц объясняют заботой. Все дело в том, что пернатые мигрируют на юг в поисках пищи. Но если они находят корм на середине пути, например, в Смоленке, необходимость перелета в теплые страны отпадает. Но зимой птицы вмерзают в лед и гибнут. В зоологическом институте с этим заявлением чиновников не согласны и запрет не поддерживают. Кормите вы их или не кормите, они улетят все равно, потому что перелетная птица, у которой уже включилась программа перелета, миграции, она улетит. Более того, орнитологи заявляют, что перелетные птицы в Петербург даже не заходят. Северную столицу они пересекают транзитом, а для уток кряк, в которых горожане и считают перелетными, городские пруды и озера теперь привычная среда обитания. И хлебные крошки для них – естественная кормовая база.